Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, совет на день. И я перестала привязывать это к дням недели. Совет на завтра. Это делает расклад более универсальным, и я хочу сказать тогда, как если у вас есть вопрос, и вы открываете этот расклад, у вас нет подсознательных сомнений, что подойдет, не подойдет. Так я просто общалась с подписчиками, не все дают комментарии, конечно, под видео, было бы здорово, конечно, под видео, комментарии под видео продвигают его, ну, в WhatsApp и в Viber я получаю вот такие комментарии, поэтому я и делаю так, как хотят подписчики. Ну что, посмотрим, что же посоветует нам Таро на завтра. Первое, что посоветует нам Таро на завтра, это помнить, что результат рядом, если даже вы его еще не видите по этой карте. По идее, завтра вы должны увидеть результат каких-то своих действий. Результат хороший, потому что четверка жезлов – это своего рода карта победы. И даже если вы будете смотреть в этой колоде как по символики, это празднование. Празднование чего-то. Кстати, четверка жезлов – это еще карта свадьбы или празднование каких-то дат. Может быть, у некоторых из вас так эта карта еще и проиграется. Ну, а насчет результата, но результат именно ваших действий, результат именно того, что вы делали раньше, и уже в этот день вы увидите сдвиги, даже если не полное завершение ситуации или не полное завершение проекта. Посмотрим, что еще посоветует нам Таро. Таро посоветует в этот день уделить внимание родным, близким и семье. Тут, если уже идти по раскладу, эта карта говорит, что вот это празднование, победа, достижение тесно связаны с помощью родных и близких. Ну, а даже если вот тут еще может ситуация проиграться таким образом, что наоборот, родные и близкие не верили в вас, а вы им доказываете, что вы можете и что вы были правы, занявшись тем, чем вы занимаетесь, и вы достигаете. Я вам хочу сказать, что родные и близкие за вас порадуются. Карта говорит о том, что принимайте их такими, как они есть, ведь каждый из них индивидуальность. И тут все-таки вижу для некоторых из вас помощь от семьи. И еще одна карта. Смотрите, известия, которые придут в этот день, вызовут у вас не сомнения, а вызовут желание проанализировать, что же делать дальше. Я вот по этой карте говорю, потому что все-таки некоторые из вас придут к завершению какого-то проекта в этот день. И когда вы завершаете проект, соответственно, вы же не можете остановиться. Вам надо будет проанализировать и посмотреть, что же вам делать дальше. Придут известия от кого-то из прошлого, с кем вы давно не общались. Потому что я вижу в соседних картах, эти известия не расстроят вас. Если даже не обрадуют, то не расстроят точно. Может быть, некоторые из вас отреагируют без эмоций
и без великого желания общаться с человеком, который появится из прошлого, но негатива не будет, нет от этого человека негатива. А вот я же чувствую, что некоторые из вас не захотят общаться с этим человеком. Это паж, это может быть как женщина, так и мужчина. Ну и, конечно, как всегда, это ваш выбор. Ну а для тех, кто все-таки решит пообщаться, я думаю, что и вижу, что никакого вреда от этого не будет.